Гидрологи прогнозируют, что Улан-Батору к 2020 году грозит опасность дефицита пресной воды. Уже сейчас в Самуне Алтая, Мака, Гоби, Алтай недельный запас питьевой воды одной семьи составляет всего лишь 25 литров. Этот пример наглядно показывает, что пришло время принимать меры не только государству. Население тоже должно участвовать в решении этой проблемы. Все мы знаем, насколько важна вода, однако, несмотря на это, мы специально или случайно безрассудно тратим воду, причиняя вред окружающей среде. С этим пора кончать. Молодежь, давайте для начала начнем беречь воду, чтобы наших детей ждало прекрасное будущее. Журналисты, вооруженные только пером и бумагой, решили сами стать примером для общества и привлечь внимание к проблеме. Для начала они планируют создать базы отдыха, разбить питомники черемухи, облепихи и других плодовых кустарников. 31 марта во Дворце борьбы пройдет концерт эстрадных певцов и ансамбля «Улан-Батор» в поддержку этих начинаний. Сборы от концерта будут потрачены на высадку деревьев вдоль реки Тула. Идею мы предложили ансамблю «Улан-Батор». Они с воодушевлением приняли наше предложение. Так что 31 марта мы начинаем нашу акцию спасения воды. Каждый зритель может написать на входном билете свое имя. И эти имена потом будут указаны на стене почета в будущем саду. Валерий Печекуин, Дэнсмайл Билек, Аист, Монголия.